Достар, қайырлы күн. Бүгін 4-ші бөлім. Осыдан 20 жыл бұрынғы ересектер арасында Қазақстан чемпионатының жартылай финалдық кездесулерін осы бөлімде аяқтаймыз. 81 келі салмақ дәрежесінде Дмитрий Готфрид, 91 келі салмақ дәрежесінде Старожук Павел және аса ауыр салмақ дәрежесінде Рүстем Іргебаев ағаларымыздың жекпе-жектерін тамашалайтын боласыздар. Осы аталған есімдер чемпионаттың ақтық бәсекесіне жолдама алған болатын. Ерінбей қарап шығыңыздар. Кешегі бокс пен бүгінгі боксты салыстыруға үлкен мүмкіндік. Боксирует в красном углу. Очень перспективный молодой боксер. Он выступает также за ЦОП, Центр олимпийской подготовки. Весовой категории. Точное замечание. Было добавляется. Но он очень молодой боксер. В свое время. Кажется, даже Владимир потрясен. Молодец! Было за Дмитрием.
третьем раунде Владимир очень осторожно начал. Он пропустил очень много, несколько сильных ударов в предыдущем раунде. Неплохо боксирует Дмитрий, очень неплохо. Теряет капу Дмитрий. Сейчас имеет преимущество Дмитрий. Неплохо он идет бой. Подустали боксеры. Четвертый раунд. Так, Дмитрий. Получает замечание. Бурно за поворот. Разнообразен тактически, чувствительный боксер. Очень мало пропускает. А сила, придется время. Мне кажется, не стоит наблюдаться, а продолжать агрессивный бой, работать дистанцию. Вообще не большая драма. Сторожук очень опытный боксер. Он участвовал в Кубке мира. Он представляет также город Караганду, сторожук, его оппонент. Мини-опыта. Thank you.
первая тяжелая весовая категория. Павел имеет преимущество в росте. Стянется в угол выше своего оппонента. Закончить первый раунд. Второй раунд. Поднялся столько выше 90 килограмма. Боксер из Алматы, мастер спорта международного класса, очень перспективный боксер, достойный оппонент. Другому знаменитому нашему боксеру Гильдабекову, серебряный призер Олимпийских игр. Соперник его гораздо тяжелее. Просто там просит поправить экипировку. И бой возобновляется. Александр, конечно, побаивается постоянно. Ощущение, что играет кошка с мышкой. Полностью ведет бой. Я думаю, развязка близка. Соперник не оказывает достойно никакого серьезного сопротивления. У него очень неплохие данные для своей весовой категории. С нетерпением ждет финальной схватки, несомненно, наступит Гильдабеков с Аргибаев. Задача Александра — продержаться 4 раунда. Я думаю, да. Ничего серьезного не может противопоставить остальным. Мінекей ағайындар, осылайша жартылай финалдық кездесулерді аяқтадық. Ертеңнен бастап ақтық бәсекедегі жекпе-жектерді назарларыңызға ұсынатын боламын. Ал ақтық бәсекеде барлық жекпе-жектерді көретін мүмкіндік бар. Себебі жартылай финалдық кездесуде кейбір салмақтар мен кейбір екінші жұптағы кездесулерді сүрмеген екен. Ал ақтық бәсекеде толықтай қарап шығатын мүмкіндігіміз бар.
Барынша қолдап жіберіңіздер ағайындар. Қазақ боксы жасасын.